канадская мечта. Здравствуйте, в эфире передача «Канадская мечта». Мы ведущие Глеб Музычко и я, Максим Богинский. И сегодня мы продолжим беседовать на тему того, как правильно планировать свои финансы, как создать обеспеченную пенсию, как заниматься этим заранее, не дожидаясь того времени, когда это уже придет, то есть как создать как бы свое независимое финансовое будущее в пожилом возрасте. Глеб, поскольку наши, ну, основные наши инвестиционные стратегии, они все пересекаются с недвижимостью. Недавно вышли новые изменения по получению финансирования и так далее. Ты можешь это нашим зрителям прокомментировать, что нового произошло, как с этим бороться и настолько ли это страшно, как все пугают? Ну, первое, да, знаешь, наша передача как-то превратилась в какую-то рутинную передачу, когда мы просто рассказываем человеку этого, переключая сразу на другой канал. Ну, финансы в действительности это точная наука, поэтому она не может быть. Поэтому я предлагаю немножко как-то оживить нашу передачу, прекратить ее с какой-то монотонной и так далее сделать. Но первое, знаешь, как говорит мой дедушка, мы говорим сегодня о наследстве, да, мой дедушка 5 раз переписывал свое завещание, а нечего ему было жениться на учительнице русского языка. Да? Вот. Поэтому мы будем говорить о серьезных вещах, но немножечко это, с другим. Но первое, изменения к Моричу, да, о котором мы говорили. Ну, изменения к Моричу произошли серьезные, и даже Международный валютный фонд предупреждал, что этого не нужно делать. Ну, в принципе, они были ожидаемы, потому что довольно-таки долго обсуждали, просто не знал никто конкретно, что к чему. Ну, да. Они ничего не изменили. Более того, человек, который это все придумал, он сказал, мы озвучили это еще в мае, посоветовались с 222 человеками, и все они сказали нет. А мы это сделали. Что это будет вредить нашей экономике, тем не менее, мы это все равно сделали. Правила изменяются очень серьезно. Очень серьезно, настолько серьезно, что я бы их назвал одним словом, Морича вам больше не видать. И если их основная задача была охладить маркет недвижимости, и им это удалось, то бишь они охладили маркет недвижимости дорогих домов, то это может охладить и маркет недвижимости дешевых. Почему? Потому что это прежде всего отразится на first-time buyer'ах. Ну, во-первых, ты скажи, в чем изменения произошли? Изменения, самое главное, это то, что человек теперь, который раньше был квалифай купить за 300 тысяч дом, сейчас будет квалифай за 200. Это основное. И второе, то, что если раньше человек был не квалифай, допустим, и раньше был не квалифай, то был так называемый blended mortgage, то бишь, когда у человека не хватало down payment, но он не был квалифай, допустим, на CMHC программу, некоторые банки, такие как Home Trust, как это был банк, другие банки, все равно давали 90% loan to value, но не страхованный mortgage. Сейчас это запрещено. То есть сейчас все, что до 20%, это уже страхованный моргидж гарантирован? Все, да? Что до 20%, только страхованный моргидж, и страхуется он, вот этот стресс-тест, который дается, он страхуется на более сложных условиях. То бишь, грубо говоря, инкома нужно больше. Давайте я поясню нашим зрителям. Дело в том, что ситуация вот в чем. Допустим, вы берете моргидж под 3%. И как бы ваша зарплата позволяет оплачивать этот моргидж, да? Но для того, чтобы получить этот моргидж, вы должны квалифицироваться не по ставке 3%, а по ставке, по-моему, плюс 2. 6+2, 4, 6, на сегодняшний момент это получается 6,84. Почему 6,84? Он вроде на 2. 4,84 это та ставка, по которой мы сегодня квалифицируем, и к ней еще добавляется 2%. Если билендер. А если человек под 3% берет? Если моргидж, сейчас ты берешь под 3%, то если это 5 лет фиксированный рейд, то еще можно сделать под 3%. Но с первого числа... Нет, квалификация уже под 5 будет? Квалификация будет, но сейчас еще можно. Сейчас понятно, да. Все эти правила начинают как бы вступить с 1 января. Да. Поэтому сейчас очень полезно нашим клиентам, которые купили что-то с закрытием в следующем году, сделать моргидж до 1 января. Заранее позаботиться. Да, так называемый grandfather rules. Uh-huh. Старые моргиджи будут действительно еще новые. Uh-huh. Вот. И слушай, сколько времени сейчас максимально банки держат вот эту ставку? Ты говоришь, например, купили в следующем году.
Раньше же ставки держали 3-6 месяцев максимум. Сейчас, если это купили дом на реселе, значит 120 дней. Если это куплен дом от билдера, значит 1 год. И если это кондо от билдера, то 2 года, если у билдера нет специального договора с каким-то банком, который дает 3 или 4 года рейд. Сейчас, кстати, все больше и больше билдеры на pre-construction вот заключают договоры с банками и дают интеррейтинг. Ну, как ты помнишь, у нас есть свое предложение для наших клиентов. То есть, если мы сейчас делаем моргидж на новое кондо, которое будет закрыто через 2 года, и даем так называемый cap rate, то бишь рейт, выше которого не будет подниматься, на сегодняшний день это в районе 4,75. То значительно более интересный вариант получается. Мы дальше будем говорить с точки зрения наследования и пенсионного обеспечения. Это более интересно. Когда ты сегодня покупаешь rental property, такую же, которая стоит, допустим, ты купил... А потом переносишь моргидж. Да, ты купил за 400 тысяч property, которая будет сдана через 2 года. Сегодня ты покупаешь такую же property в этом же районе за 400 тысяч. Берешь на него моргидж. Если это на тебя, то надо 20%, иногда 25%. Сегодня под интерес рейт на сегодняшний день меньше 3%. И через 2 года, когда будет готов дом, это продается. И мы портаем без пеналти, оставляя этот моргидж, с этим же самым интересом портаем моргидж на это. Если мы делаем моргидж вот здесь... Да. Секунду, я хотел, то, что мы с тобой обсуждали, я хочу рассказать, как вот эта интересная довольно-таки программа, которая появилась в Benson Capital. Значит, дело в том, что, смотрите, вот у меня, например, я занимаюсь pre-construction, да, продажами. У меня большое количество людей, которые покупают кондо на pre-construction этапе, и вот эти клиенты, которые покупали, скажем, 2 года назад, у них очень большое equity. То есть сильно цены поднялись. Грубо говоря, 2 года назад, ну, я вам такие примеры приведу. В среднем, что покупалось 2 года назад за 450, сейчас стоит 620-630 тысяч. Вот, поэтому там набежало как бы equity. Вот. И как мы говорили, что есть такая программа, которая позволяет использовать это equity, правильно? Можешь рассказать, как это работает? Значит, сильно подробно я рассказывать не буду. Ну, хотя бы в общих чертах. Конкурентов не учить, да? Да. Вот. Здесь, да, существует сейчас такая программа, мы ее придумали, которая позволяет equity, которая накопилась в property, использовать уже сейчас. То есть, грубо говоря, что мы можем делать, да? И вот это как бы абсолютно новый продукт инвестиционный на рынке. Это, во-первых, моргиджи усложняются, да? То есть, абсолютно, как ты сказал, правильное решение купить что-то сейчас готовое, потом к тому моменту, как построится ваша квартира, продать это и перенести моргидж. Этим вы как бы застолбили себе хороший моргидж уже сегодня. Второй момент, что люди, которые многие купили на pre-construction, да, но они сейчас не готовы купить что-то на ресейле, потому что у них нет денег на первоначальный взнос. Соответственно, этот первоначальный взнос можно взять, используя вот то equity, которое уже накопилось в тех квартирах, которые подорожали. Так? Ну да, как говорят, капитализм чем... Ну, в общих чертах. Понятно, что везде есть нюансы, да? Да, капитализм отличается чем? Кто-то получает маржу, а кто-то получает маржовый, да? Поэтому здесь ситуация какая? Знаешь, насчет... Вот сегодня я пригласил одного нашего общего знакомого, пригласил его и сказал, ты знаешь, ты совершенно напрасно думаешь, что ты не квалифай на моргидж. И все ждешь, когда что это, ты станешь qualified, то бишь у тебя насобирается down payment, или у тебя насобирается еще что-то, или еще что-то. Нет. Потому что с нового года у тебя еще хуже усложняются твои правила. Поэтому мы должны вспомнить о наших детях. Понимаете, мы все время сейчас думаем, что вот сложно получить моргидж, или его практически невозможно, или нужно down payment, которого у нас нет и так далее. Но у нас у всех есть дети, которые мы почему-то привыкли считать, что они ничего не могут сделать. То есть ты предлагаешь оформлять на детей? То бишь, если сейчас мы оформляем на вашего ребенка, который покупает property, то, что мы говорим, оформляем две property. Одну, которую он сегодня покупает с 5% down,
на свое имя. И, соответственно, получает хороший моридж, потому что сейчас моридж для того человека, который дал 20%, хорошо, вопрос, как и который дал 5%, разница в интересе минимум 0,5%. Понятно. Вопрос, смотри, вопрос вот в чем. А как ребенку, как оформить моридж на ребенка? У ребенка, как правило, нету инкома, да? Соответственно. Не согласен я с тобой, потому что ситуация такая. Наши дети, которые совершеннолетние, да, они имеют какой-то инком. Ну, минимальный какой-то. Они какой-то минимальный инком имеют. Второе, как правило, большинство из наших клиентов, которые половина из них self-employer, их дети работают на них. Поэтому никто им не запрещает платить им заработную плату. Угу. Вот. И, кстати, в большинстве случаев, вот среди моих клиентов, то, что в большинстве случаев как раз дети более квалифай, чем родители. И они получают ниже интересы, у них получается все намного ниже. И второе, с точки зрения наследования, понимаете, то бишь мы придумали такой способ, который первый ограничивает родителей от боязни, что, допустим, их 18-летняя дочка выйдет за кого-то там замуж через год, через два, и те деньги, которые они вложили в эту программу, будут делиться при разводе. Нет, существуют программы, все правильные, которые защищают от этого. То бишь деньги, которые дали родители, не будут делиться при разводе. Второе, это программа наследования. Например, если вы купили rental property на имя своего ребенка, да, то на имя своего ребенка, мы, опять же, существуют программы, которые протекнут, это стил ваше. Вот, до тех пор, пока вы не решите это подарить ребенку. И второе, но для ребенка, поскольку он пока что получает мало, маленькое. Даже в случае, кстати, подарка, если потом ребенок разводится, то эти деньги неделимы, подарок не делится. Ну, если честно, то не совсем так. Но здесь мы с тобой не даем советов, которые у нас не имеют лайсенса, правильно? То бишь, у каждому человеку надо обратиться к своему конкретному, к своему бухгалтеру, к своему financial planner и так далее и тому подобное. Поэтому мы пытаемся с тобой давать советы, где мы не понимаем. Но в целом, вот если мы все время говорили, да, вот replacement и так далее, то... И сейчас я занялся наследованием, начал изучать это, даже специально взял курс, который в институте, который это делает. Так наоборот, если мы все боялись, что унаследование rental property облагается налогом для наших детей, да, облагается, но по меньшей ставке. То есть половина, то capital gain не облагается налогом, поэтому получается деньги, которые мы оставляем своим детям в rental property, более выгодны для нашего ребенка, чем деньги, оставленные в RRSP, например. Да, поэтому rental property с этой точки зрения более выгодно наследовать, чем что-либо другое. Ну, надо не забывать, что мы уже говорили, что деньги, которые у нас сейчас есть, и в том числе деньги, которые уже накопились в эквити новых property, мы можем их надо использовать дальше. Естественно. Но опять что... новые проекты, какие на сегодня есть у нас сейчас. Ну, я хотел в конце рассказать, давай сейчас расскажу. Великолепный проект, который вышел уже сейчас, он в продаже, так что, если кто-то интересуется, пожалуйста, обращайтесь. Дело в том, что в даунтауне Торонто произошли просто глобальные изменения буквально в самое последнее время. Есть такой район, который называется Downtown East. Это все, что идет вдоль Waterfront'а, чуть выше до улицы Фронт, с восточной стороны как бы даунтауна. Еще в прошлом году вышел анонс, что там будет строительство самого большого молла в Торонто, плюс большой транспортный хаб, куда придет метро, GO. То есть там глобальные изменения, большое количество офисов. И этот район уже и так был бум, да? А тут подлило масло в огонь новость, которая большая была конференция, там и Трюдо выступал, куча из парламента представителей, мэр Торонто, все пленеры по городу, потому что это был как бы такой интересный кусок даунтауна, незастраиваемый долгие-долгие годы. Когда-то он был экспроприирован 100 лет назад, там, не 100 лет, а лет 60 назад, эта земля считалась, ну, нельзя было там по определенному
причинам ее трогать. Вот, там складские помещения, заброшенные. Это вот на Ист, примерно где поворот, где Дон Валли сливается с Гарденером. Да? Так вот, Google, теперь это будет Google Smart City. Google выпустил пресс-релиз, городские власти и даже власти Канады все это подтвердили, что они approve этот проект. Это будет огромнейшая застройка офисных помещений. Google переносит сюда headquarter Канада, Google Canada из Китченера. Вот, и все вот это вместе, East Harbor и Google Smart City, принесет в район практически 100 тысяч рабочих мест. Это огромнейшее количество, при том, что жилья в этом районе просто не хватает. Да? Поэтому все проекты, которые здесь продаются, они улетают моментально. Этот район сейчас называют Investor Dream. Да? То есть тут, инвестируя в этот район, скажем так, ты не опираешься ни на поднятие рынка, никуда. То есть здесь будет рост цен именно из-за самого района. Вот. Вот это один из как бы инструментов, который, поскольку мы говорим о финансовом планировании, то вот, пожалуйста, который дает доходность в сотни раз больше, чем дает РСП, скажем так. РСП — доходность, возврат налогов. Это не забывай. Нет, понятно. Это RSP, очень важно. Мы с тобой говорили, что в прошлой передаче, что РСП — это неприкосновенное. Да? Вот. Но наоборот, после того, как я стал заниматься наследованием, я понял, что первым делом надо тратить РСП. Стоп, Глеб. Мы говорим немножко о разных вещах. В РСП надо класть деньги. Каждый год по максимуму, чтобы не платить на это налоги. Да. Но то, что ты сказал, что я когда доходность 100 раз больше, чем РСП, но это не значит, что если у вас накопилось 100 тысяч на РСП, то надо тупо сидеть на этом РСП и ждать, пока оно потихонечку там у тебя растет. Будет опускаться, да, потому что мы планируем, что маркет когда-то будет. РСП надо работать. РСП надо вынимать из РСП, куча абсолютно легальных схем, как это делается, да, и размещать в более ликвидные активы. Вот то, что я хотел сказать. И я недавно тоже вот на своих курсах выяснил одну интересную, это не новость никому, всем это было известно, я как-то не обращал на это внимания, что рынок, сток-маркет, любой маркет, он поднимается как-то медленно, но падает он в 3 раза быстрее. То же самое и в недвижимости происходит. Это всегда так происходит. И это понятно всем, я ничего нового не открыл. Для себя я открыл. Значит, ситуация такая, если ты поймал вот здесь пик, ты видишь, что это пик, и сейчас я учусь, как это предсказывать, для этого специально учусь, и просто продал все, что у тебя есть, и перевел в кэш, и вот подождал очень быстро низа и купил здесь назад то, что у тебя было. Единственное, что Revenue Canada запрещает, чтобы это было не больше 30 дней, иначе ты 2 раза заплатишь налог. Вот. То у тебя получается, что ты всегда будешь в плюсе, у тебя будет расти колоссально твои доходы. Да? Вот. И знаешь, как говорят, одним Бог дал крылья, а другим пенделя. И вроде летят оба. Но ощущения какие-то разные, самое главное, совершенно разные перспективы. Да? Я прям подготовил анекдот. Я не готовил анекдот, я сейчас просто вспомнил это. Да? И вот знаешь, когда говорит, ты плохой ребенок, вот я не буду тебе, вычеркну тебя из завещания и так далее, и вообще будешь так себя вести, я обменяю тебя на хорошего мальчика. А на это мальчик отвечает, тебе это не получится. Кто же меняет хорошего на плохого, правильно? Вот, поэтому здесь ситуация такая, вот чем я занялся в последнее время, это как все-таки, знаешь, говорит, есть ли ад на земле? Говорит, есть, это старость. То есть когда-то у человека наступает такой момент, когда о нем забывают даже дети, да? Вот, то есть когда он живет там где-то, и так далее. Поэтому очень бы хотелось жить, потому что, да, сейчас, когда человек уходит там, в Канаде на пенсию, там 60-65 лет, он еще достаточно активен, он там еще 5-6-7 лет ездит там куда-то. Этот, но потом-то наступает время, когда уже просто не поедешь не потому, что денег нет, а просто физически не сможешь и так далее. Поэтому задача какая? Вот сейчас вот делается, и вот все retirement-планеры, они что делают? Есть специальные компьютерные программы, которые показывают ежемесячный доход. Да? И вот как раз ситуация такая, если мы вспомним наши передачи, да, у нас есть RRSP, у нас есть дом, в котором есть какой-то ассоц, и у нас есть этот
rental property, да, то прежде всего наследуется, дома наследуется без ничего. Но, кстати, жена забирает все у мужа, то бишь без всяких проблем, что бы ни было, какие бы ни было, никаких налогов, ничего. Это я выяснил, слава богу, в этом деле. Поэтому здесь совет тем... Веселая передача, когда ты сказал фразу «жена забирает все у мужа», я про другое подумал. Это абсолютно верно. После супруга наследует все без всяких вопросов. Но здесь у меня сразу возник вопрос, как быть тем людям, которые separated? Согласится ли Revenue Canada, что separated супруг наследует все без налогов? Ты имеешь в виду, если люди разъехались? Ну, но у нас есть, ты знаешь, наши клиенты, которые сепарейт. Да, чтобы не платить налоги. Да, поэтому надо об этом тоже подумать и посоветоваться со своим. У меня, кстати, нет таких клиентов. Но, так вот, смотрите, что получается у нас, как вот наши люди, которые мы считаем, что у нас есть идеальный, да, зритель, который смотрит все наши передачи и служит, выполняет все наши рекомендации. Значит, человек, мы говорим, что его property стоит где-то в районе полутора миллионов, 500 тысяч mortgage, 500 тысяч line of credit, у него 2-3 rental property, у него 2-3 кондо, которые он купил от билдера через себя, и у него он накопил за последние годы какие-то деньги в RRSP. И вот завтра он решил уйти на пенсию. То бишь ему нет еще 65 лет, он вполне активен, то бишь он еще может чего это делать и так далее. Значит, что происходит после этого? Что происходит? Есть ли жизнь после работы? Жизнь есть, и она только начинается. Значит, первым делом надо, конечно, потратить RRSP. То бишь RRSP нужно потратить как можно быстрее, желательно там за год, полтора, потому что у вас уже RRSP не нужен с точки зрения шелтера для налогов. Да, он будет облагаться налогом, но поскольку у вас в этом году нет дохода, то, соответственно, когда ты забираешь деньги с RRSP, сколько можно с RRSP забирать маленькими суммами, ты платишь 5%, ну, можно необлагаемым, это другой вопрос, но если ты все-таки забираешь облагаемый налог, то у тебя, если ты забираешь маленькими суммами по 5000 долларов в день, в день или в месяц? В день. Да. То есть, если ты забираешь по 5000 долларов в день, то ты платишь всего 5% налога. Да ты что? Что вполне разумно. То бишь, ситуация такая. Вы получаете себе доход, который вам надо, пока у вас не кончилось RRSP. Следующий степ, который у вас есть, это утилизация тех денег, которые у вас... Да, еще интересная новость, которую я не знал, например. TFSA аккаунт. Я думал, он абсолютно не нужен ни к чему, потому что ничего интересного в нем нет. Tax-free аккаунт. У меня есть офигенная интересность. Он наследуется совершенно без копейки денег. Я, кстати, вот это все знаю. Деньги, которые есть, поэтому если вы правильно разложили TFSA аккаунт, его надо тратить в последнюю очередь. То бишь, если TFSA аккаунт у вас этот, вы вложили деньги по 500% годовых, а как это вкладывать, я могу научить моих клиентов, то, соответственно, у вас получится TFSA, это всегда черная касса, которую всегда забирает. Следующий вопрос. Когда вы забираете деньги из собственной life insurance? Такой еще есть механизм. То бишь собственный life insurance, который каждый человек должен, на мой взгляд, должен быть застрахован. Потому что это единственный страховый случай, который произойдет в любом случае. Да? То есть возможность забрать страховку жизни уже сегодня. Третье, то, что мы говорим, то бишь когда вы утилизируете деньги, которые у вас лежат в эквити тех property, которые у вас есть, через line of credit, через все остальное, то бишь вы живете, то бишь мы говорим так, если все правильно, на RRSP вы прожили лет 6. Дальше, следующие 6 лет вы утилизируете assets, которые есть. Через 6 лет вы начинаете потихоньку продавать свои property, которые rental. Помните, налогооблагается всего половина от этого. Что это идет capital gain? Потому что capital gain, половина облагается, и вы можете, если вы еще до сих пор муж и жена оба живы, вы делите это пополам. В действительности куча механизмов, как на rental property при продаже ее абсолютно легально минимизировать налоги до практически... Ситуация такая, да, все то, что мы говорим, облагается налогом, но по другой ставке.
Вот. И эта ставка достаточно льготная, поэтому практически все можно сводить к нулю. Ну и последнее, опять же, не успел все, что хотел сказать до конца, это механизм, когда вам платит, то бишь ваш financial planner, который берет на себя вашу финансовую часть, когда он вам платит, вы просто определяете, я хочу вот это, вот у меня есть вот это, вот это, вот это, вот это, и я хочу до 100 лет, обычно это считается до 100 лет, и я хочу до 100 лет, допустим, 50 тысяч долларов в год. Ваш financial planner разрабатывает для вас механизм, который вы, естественно, оформляете и так далее. Вот все говорят, RRSP – это деньги, которые там лежат по 2-3%, ничего подобного. Правильный планер при правильном маркете делает вам на RRSP 20-25-30% легко. Ну, это риски, это риски. Риски, я с собой согласен, но риски значительно меньше, чем мы привыкли думать. Почему? Потому что government здесь involved. И government не разрешает вам вкладывать в рискованные фонды. Глеб, но все равно, понимаешь, вот если сравнивать инвестиционные, если можно использовать эти деньги на недвижимость, да, то недвижимость гораздо более дает в сумме, да, за, там, если мы берем long term, 10-15 лет, без риска дает высокую доходность и гарантированно ты не можешь их потерять. Вот, кстати, ты сказал по поводу стаков, что ловят вот эти падения, поднятия. Оно действительно так. Я тебе скажу свою собственную историю. Я проживаю в Нью-Йорке в 98 году, потерял все деньги, которые у меня были, именно на стак-маркете. С тех пор я к стак-маркету близко не подходил. Ну, потому что ты сам близко... занимался. Да, я потому что я не знал, что я делаю, я был молодой. Ты сам занимался. И так далее. Но это другой вопрос. Но, тем не менее, куча примеров людей, потерявших деньги на стак-маркете. Поэтому это, кому-то это подходит, кому-то это не подходит. И то, что вот сейчас многие люди, например, потеряли деньги на недвижимости, да, это не люди, которые инвестировали в недвижимость, это спекулянты, которые старались спекульнуть на поднятии цены. Нет, все ну, же ну, вот... наш primary residence у всех упало, да. И это 300 тысяч долларов, а наши с тобой клиенты, которые, наш вот этот клиент, которого мы учим, Глеб, он упал номинально, он на этих денег не потерял. Номинально. Да, но если ты... Если бы у тебя RRSP упало на 300 тысяч, ты бы застрелил своего financial advisor. Ну, и нет, ситуация ну, такая, когда вот говорят, вот то, что мы сейчас видим, да, что рынок недвижимости действительно сделал нас беднее. И те люди, а если у тебя как раз черные времена начались тогда, когда у тебя все деньги в твоем доме, дом твой упал до уровня моргича. Это не должно быть. Это до уровня моргича. И, соответственно, как тебе быть? Мое мнение, это как раз наоборот, что вся недвижимость, инвестиционная, своя, она должна быть по максимуму зафинансирована. То есть максимум вытащенные оттуда деньги. Потому что все, что лежит выше там, того, что разрешил банк, да, это деньги не работающие. Поэтому как бы, тут-то я сам, наоборот поддерживаю тебя, что надо забирать эти деньги. Ну, Макс, я просто хочу здесь опять же сделать нашу программу веселее и с тобой поспорить. Значит, ситуация такая, вот, когда финансовый планер, который делает план этот, он должен первым делом определить точную дату рождения человека. И вот ситуация такая, ты младше меня на 10 лет, и, соответственно, у тебя тот период, когда ты, да, должен, у тебя все деньги вкладываются в growing. Это, потому что тебе еще 10-15 лет работать, и, соответственно, ты должен эти деньги расти. У тебя твой заработок позволяет тебе жить и что-то откладывать. Когда начинается человек моего возраста, под 60, который думает о пенсионном обеспечении, ты должен срабатывать реверс. У него growing должно чуть-чуть притормозиться. Согласен, абсолютно. И должен, соответственно, и если он собирается на пенсию завтра, у него должен с завтрашнего дня быть ежедневный кэшфлоу. Поэтому, к сожалению, нам показывают, что время передачи заканчивается. Да. Поэтому давай, что я хочу сказать. Очень интересный вопрос, и давай мы его перенесем на следующую передачу. Мы о нем, да. Мы начнем следующую передачу именно с обсуждения этого момента. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Смотрите наши передачи, мы выйдем в эфир опять через месяц. До свидания. Спасибо. До свидания.
канадская мечта.